В эти дни сотрудниками отдела ГИБДД по Новороссийску проводится комплексная профилактическая операция «Автобус». Ее цель – предупредить дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров, и пресечь нарушения в данной сфере. В центре внимания сотрудников отдела ГИБДД по Новороссийску – техническое состояние транспортных средств, работа аварийных выходов, наличие у водителей необходимой разрешительной документации для осуществления пассажирских перевозок и соблюдение ими транспортной дисциплины. Особое внимание сейчас в зимний период уделяется вопросу укомплектованности зимней резиной, ведь это один из залогов безопасной перевозки пассажиров. Учащиеся начальных классов с удовольствием продемонстрировали свои знания по правилам дорожного движения и умение пользоваться ремнями безопасности. Особо стоит отметить, что в последнее время дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, осуществляющих детские перевозки, не зарегистрировано. Всего же с начала 2018 года сотрудниками отдела ГИБДД проведено 19 проверок автоперевозчиков, по итогам которых составлено 204 административных материала, в том числе 156 на должностных лиц. За выпуск на линию без тахографов к ответственности привлечено 114 должностных лиц. Пресечено 1156 нарушений правил дорожного движения. Выявлено 420 неисправных автобусов.